следующая идея, которая вам поможет в трудных для вас ситуациях. Хорошо то, что хорошо кончается. Вот прямо напишите себе. Вообще лучше это где-то прямо в квартире повесить над рабочим столом. У кого кухня, рабочий стол, там на кухне там хорошо то, что хорошо кончается. А это такая мантра, которую нужно выучить. И вы обратите внимание, что материальные желания никогда хорошо не закончатся, потому что они закончатся смертью. Очень интересный аспект. Итак, давайте поймем этот принцип с точки зрения души, с точки зрения нашего внутреннего бытия. Что значит хорошо то, что хорошо закончится? Представьте себе ситуацию. Живете вы в хорошем доме, с хорошими детьми, прекрасный муж, там, я не знаю, суперздоровье, достаточно материального достатка, и машина у вас там не современная, а каких-нибудь 2004 года, которая ездит и что-то не ломается. Да? Это были последние годы, до 2006 года, когда делали машины, на которые можно назвать машинами. Да, и вот вы, как бы, у вас все хорошо. Никто вас особо не трогает. И вам так все хорошо. И вдруг в какой-то момент молния в дом, и все гибнут. Дом сгорает, да, потом машину заберут за долги, дети гибнут, муж погиб. Или муж калека лежит, вот так. Скажите, хорошо ли вам будет вспоминать, как вам было хорошо. Видите, интересный момент я сказал. Будете ли вы вспоминать, как вам хорошо? Нет, потому что это будет мазохизм. Потому что как только вы будете вспоминать, как было хорошо, вам будет очень больно, потому что все плохо закончилось. А теперь ситуацию берем наоборот. Все плохо. Вас со всей вашей семьей куда-то поймали. Уже точат ножи, чтобы вас там порезать. Там, я не знаю, что там. Разделать на органы. Там. Все, вы видите каких-то там жутких людей. Все так плохо, плохо, плохо. Да? И уже говорят, сейчас мы тут все такое сделаем. Да, никто вам не поможет. Там, и все так уже ужасно. Да, и вдруг появляется какой-то супергерой, или вам доходит какая-то идея, видите, что веревка на руках развязалась, ночью вы разбинтовываете, там всех отвязываете, куда-то все бежите, вдруг спасаетесь, а тут полиция помогает, бах-бах-бах, вас спасли. Все закончилось хорошо. Вот теперь скажите, будет ли вам приятно рассказывать о той ситуации, в какой вы были? Да. Почему? Вы будете говорить, знаешь, как все было? И вот мы уже сидим в этом подвале, и уже огонь зажгли, и сейчас нас будут пытать, и волосы у нас дыбом стоят. А тут трах, бах, тебе дох, и все, вот, милостью Господа, хорошо закончилось. Чем больше вы будете вспоминать, каким вы страданиям подвергались, но это хорошо закончилось, тем больше слезы благодарности, ощущений, да, вот это умиротворение, счастье будет вас посещать.